Друзья, всем привет! Сегодня будет очень важное видео касательно торговли, касательно того, что мы будем делать дальше. Я вам дам бесплатный VPN, дам вам доступ к своему личному аккаунту, дам логин и пароль, чтобы вы смогли зайти, проанализировать мои сделки и сделать для себя определенные выводы. Будет очень много информации, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, погнали! Где же этот бесплатный VPN? Бесплатный VPN у нас вот. В закрытой группе, вот он, бесплатный VPN. Я пока что, ребята, купил доступ на месяц. Вот, переходите в товары, в мою закрытую группу сначала, в товары. Вот, скачать и установить приложение. Скачивайте там на Windows, на телефон, вводите код и пользуйтесь. Все, ребята, там все очень просто. Вот это приложение, Hide My Name. Видите, сейчас я в Турции. Вот здесь вы можете выбрать IP-адрес. Здесь вы выбираете ту страну, в которой работает Olymp. Вот, например, Сингапур. И подключаетесь. Все, я подключился, да, теперь я в Сингапуре. Все очень просто. Для начала мы протестируем это приложение один месяц. Посмотрим, как пойдет работа. Также я веду переговоры с другими сервисами. Буду их добавлять в товары. И тоже для вас все сделаю бесплатно. Ребята, есть этих сервисов очень много. Вот крутой сервис, например, CyberHost, да, он очень крутой, или CyberHost, не знаю, как он называется. Вот, смотрите, например, нам нужно подключиться к Сингапуру, выбираем Сингапур, да, вот, и смотрите, сколько здесь IP-адресов. Эти ребята, они не русские, они, походу, из Германии, и пока мне с ними не удается договориться. Но я по-любому для вас возьму там, например, 500 доступов и тоже выложу их в закрытую группу. Также есть крутой VPN, называется FlyVPN, он именно для Азии, да, у нас здесь Тайвань, Сингапур, Таиланд, он стоит $80 в год. Я, наверное, его куплю для вас на полгода. Нужно будет купить, наверное, так на 1005 баксов. Я его возьму абсолютно для всех. И все вы сможете пользоваться. То есть, пока мы сейчас тестируем, я эти все сервисы буду добавлять. Ребята, этих сервисов очень много. Вы сами можете их скачивать, можете ими пользоваться. Есть как платные, так и бесплатные. Пока вот мы пользуемся этим сервисом, посмотрим, как пойдет работа с ним. Вот, кстати, этот счет, от которого я вам дам доступ, я уже его подготовил, вот, вывел отсюда деньги. Итак, друзья, по поводу VPN, те, кто хочет стабильно и долго здесь зарабатывать, уже давно об этом позаботились и сами уже нашли себе разные там сервисы, купили доступ или нашли какие-то бесплатные сервисы, это все есть в Гугле. Вот вы меня спрашиваете, Тарас, где взять VPN, мы ждем VPN. Да не ждите, сами ищите, вот. Заходите вы в Google, пишите «скачать VPN», все. Куча приложений, вот. Этот же Hide My Name, какой-то Nord, Super VPN, Free VPN. На Android, короче, они есть платные, есть бесплатные, ребята, их очень много, скачивайте, интересуйтесь. Если вы интересуетесь таким видом заработка в интернете, я имею в виду, вам нужно все об этом знать. Я, честно, о VPN не знал еще там 2-3 года назад, но я это все гуглил, вот, здесь куча всяких сервисов. Так что смотрите сами, ищите сами. Некоторые ребята уже купили личные адреса. Вот личные адреса, и они будут только с этих адресов торговать. Также вас, наверное, интересует, а что будет, если адреса будут пересекаться? Ребята, да ничего не будет. Олимпу на это все по барабану. Олимп не банит за VPN. Он не будет сидеть и искать, пересекаются эти адреса или не пересекаются. У меня вообще все пересекается. Я могу включить VPN с Оперы. Я могу включить VPN отсюда. Сингапура, с Турции. Я, блин, по 1000 раз в день меняю этот VPN. Никто за такое не блокирует. Ребята, мы вообще в Украине
Каждый день пользуемся VPN-ом, потому что у нас не работает ВК. Кто с Украины торгует по сигналам, мы же работаем через ВК. ВК у нас не работает, все сидят через VPN, вся Украина сидит через VPN. И никто за это не блокирует. За всю историю еще не было ни одного случая, чтобы вот мне подписчик написал: «Тарас, меня заблокировали за VPN». Никто за это не блокирует, так что можете подключать, переподключать. Вот, например, бесплатный VPN в Опере. Вот он, уже встроен, ребята. Все, ничего делать не нужно. Смотрите, нажимаете сюда и включить. Все, и мы уже в Азии. Америка, Европа, можно выбирать. Все, ребята, мы уже сидим через Азию. И плюс, да, вот у меня еще сингапурский включен. Также вот в Опере есть крутая штука — блокировка рекламы. Тут все встроено, поэтому я пользуюсь Оперой. Вот, просто включили, выключили, все, он бесплатный в Опере. Для новых пользователей вы проходите регистрацию через свои сервисы. Я специально так сделал, чтобы новые пользователи, которые хотят попасть к нам в команду, сами искали VPN. Вот реально искали сами. Сами нашли, зарегистрировались, и после этого они могут уже пользоваться бесплатным VPN-ом, который есть в моей закрытой группе. Для чего я это сделал? Чтобы отсеять всех вот непонятных каких-то людей, которые вообще не знают, что такое VPN. Вот если человек даже не знает, что такое VPN, и он хочет торговать в закрытой группе. Ну, ребята, если вы уже зарабатываете в интернете, вы должны в этом разбираться. И вот как раз я таких людей отсею, да, я потеряю часть людей, и хорошо, что я их потеряю. Я потеряю всяких неадекватных людей, которые приходят в группу и думают, что вот будут одни плюсы, не понимают, что будут неудачные дни, начинают там хейтить всех подряд. Вот это неадекватные люди, я с ними распрощаюсь. Если люди даже не знают, что такое VPN, отдай мне, Тарас, какую-то подробную инструкцию. Google — ваша инструкция. Я сам ничего не знал. Я понимал, что если я хочу зарабатывать в интернете, мне нужно разбираться, что такое электронные кошельки, что такое VPN. Это мне нужно самому все делать, самому все регистрировать. Потратьте на это, пожалуйста, время. Вот много людей сидит в интернете просто так, смотрят какие-то развлекательные передачи, сидят в каких-то развлекательных пабликах, в соцсетях, попросту тратит свое время. Если вы уже хотите здесь зарабатывать или подрабатывать, нужно в этом разбираться. Я сам в этом разбирался, я ничего не знал о кошельках, я не знал о e-payment ничего, я сам это все регистрировал. В WebMoney, вот когда я регистрировал, я пришел такой вот дурачок к ним в офис, говорю: мне нужен там аттестат. Они: какой там у тебя рейтинг, там с меня прикалываются. Какой у меня рейтинг, я пришел к вам за аттестатом, нулевой у меня рейтинг. У них там рейтинг там по 500, по 1000, да, и они с меня, блин, прикалываются. Вот, я зарегистрировал, сам это все узнавал, искал в Гугле, как получить этот аттестат, искал человека, который мне его выдаст. Ездил, блин, в Житомир, получал этот аттестат. Вот такие вот были сложности, и я это все решал сам. Ребята, вы должны в этом разбираться сами. Так что, добро пожаловать в Google, здесь есть все. Вот, к примеру, FlyVPN, он бесплатный. Здесь есть доступ на час. Вы можете его скачать и пользоваться 3 раза по 20 минут в день. А платный — тут, конечно же, все вам будет доступно. Так что я веду переговоры. Я думаю, вот в следующем месяце это все решится, и мы уже выйдем на стабильную работу. Так что все, что не делается, все к лучшему. Со мной останутся только адекватные ребята. Просто вот проблема большинства в том, что они хотят ничего не делать и чтобы они зарабатывали. Ребята, вы знаете, что так не бывает. Люди не хотят брать на себя ответственность, хотят, чтобы я за них все делал. Они себе просто развлекались и зарабатывали деньги. Еще раз, так не бывает. И мои адекватные подписчики это понимают. Вот я борюсь за таких людей. Я всегда буду говорить правду, я всегда буду говорить реальную картину. Поэтому со мной остаются действительно толковые ребята. Вот почему у меня так много лайков и мало дизлайков. Все остальные ребята, они где-то там. Я им не подхожу. И для других трейдеров, для моих конкурентов, да, я как кость в горле. Вот я говорю правильные, реальные, правдивые вещи. И им это не нравится. Я говорю, что большинство людей здесь сливают деньги. Если вы сюда пришли,
Если вы новичок, будьте готовы потерять свои там первые 5-10 депозитов. Для моих конкурентов это невыгодно, я херню для них говорю. Им нужно переманить к себе моих трейдеров, им нужно рассказать там ребятам сказки, чтобы они зарабатывали, а я буду говорить правду. Поэтому со мной остаются действительно толковые, умные ребята, которые понимают все, понимают реальную ситуацию и берут на себя ответственность. Мне приятно с моими подписчиками общаться, читать умные, толковые комментарии. Вот за что я боролся. Я хотел у себя иметь такую аудиторию. Самую-самую лучшую аудиторию. Спасибо вам. Теперь о торговле. Мне говорят и говорят: Тарас, где торговля? Да вся торговля у меня на канале. Ничего нового не будет. Если я буду выпускать видео о торговле, я буду торговать по своей системе. Все уже есть на канале. Есть канал, вот, о торговле. Здесь много интересной информации. Я специально запустил этот канал. Здесь много информации от подписчиков. Здесь есть новые стратегии. Вот смотрите, обучайтесь. Вам нужно это все знать. Третья ссылка в описании. Вот, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Если я буду торговать на большом депозите, ничему вас это не научит, ребята. Есть много трейдеров-мошенников, я с них угораю, мои подписчики тоже с них угорают. У них там на счетах по 10-20 миллионов, они там ставят миллион вверх, миллион вниз. Ну, конечно же, это не настоящие счета. Ну, кто бы так торговал на реальные деньги? Адекватные люди это понимают. Но есть, конечно же, там неадекватные школьники, которые говорят: давай, красава, блин, вот это ты миллионер, вот это ты можешь. Айнстардин какой-то лох, вот это ты красавец. Но я не борюсь за такую аудиторию. Люди с возрастом сами это все поймут, что это все вранье. Вы научитесь торговать, только торгуя сами. Запомните это. Если вы будете смотреть все видео в мире, вы торговать не научитесь. Вы научитесь торговать, торгуя сами. Когда вы будете анализировать, когда вы будете разбирать свои ошибки, вот тогда вы научитесь торговать. Поэтому, ребята, я даю вам доступ вот от своего личного аккаунта. Я здесь мало торговал. Этот аккаунт для обучения. Но знаете, что важно? Важно не то, какими суммами ты торгуешь, да это все херня. Важно то, как ты торгуешь. Так, вот, я специально вывел все деньги. Еще раз, важно, как ты торгуешь. Какой у тебя риск-менеджмент, какой у тебя мани-менеджмент. А депозит — это все херня. На 10 тысячах и на миллионе принципы одни и те же. Есть три ключа, вы их знаете, и они работают везде. И неважно, какой депозит. Давайте я вам еще раз донесу вот главный посыл всего моего обучения. Научиться покорять рынок просто. Это просто. Каждый может сделать там 5 плюсов. Это все херня. Покорять здесь нужно научиться себя. 5 плюсов сделать просто, а вот удержаться и не пойти дальше — это непросто. Сохранить деньги здесь непросто, заработать здесь деньги очень просто, но сохранить тяжело. Вот главный посыл. Контролировать здесь нужно научиться себя, вот тогда вы будете зарабатывать. Плюс я показываю результат, ребята, я показываю реальный кейс. Вы все сможете посмотреть на моем примере. Чтобы вообще не было ни у кого вопроса. Вы можете проанализировать мои сделки, вы можете посмотреть мои ошибки, посмотреть мою методику торговли, как я торгую, потому что я торгую с догонами. У кого сколько время? Если у вас мало времени на торговлю, вы можете использовать догоны. Если у вас процент прибыльных сделок выше 60, вы можете торговать фиксой. Все индивидуально. Чтобы торговать фиксой, у вас должно быть на одну убыточную сделку две прибыльных. Запомните это, потому что люди говорят: я торгую фиксой и сливаю. Конечно же, вы будете сливать фиксой, если у вас процент прибыльных сделок там 55%. Конечно же, это слив, или 40%. Это слив, это медленный слив депозита. Чтобы торговать фиксой, процент прибыльных сделок должен быть выше 60%. Пожалуйста, запомните это. И вот доступ к этому счету, я считаю, это самое ценное, что я вам могу передать. Я передаю вам свой опыт, свой реальный опыт, а не как остальные трейдеры подрисовывают там счета, у них там миллионы. Вы ничему не научитесь, смотря на их торговлю, ничему. А вот когда вы зайдете в мой аккаунт, вы посмотрите, в какое время я торговал, какие сделки заключал, как я торговал.
Почему я никогда не сливал депозит? Почему у меня никогда не было там 4 убыточных сигнала, больше 4 убыточных сигналов? Почему? Также я вам дам доступ к своему дневнику. Я там уже немного подзабил, не вел всю статистику, но большинство сделок осталось. Я вам дам доступ, вы посмотрите, какие у меня были сделки, какие у меня были ошибки. У меня было очень много там ошибок, потому что я бывал, заключал сделки вот как попало. Но все нормально, видите? Я зарабатываю, я здесь зарабатываю, это самое главное. Вот чем я отличаюсь от других трейдеров, вот почему моя аудитория меня любит и ценит. Другие трейдеры могут сколько угодно выпускать разоблачений, этим же самым они теряют свою репутацию. Адекватные люди смотрят на те бестолковые разоблачения, просто смеются с этих трейдеров. Но неужели не лучше сконцентрироваться на себе? День и ночь работать со своей аудиторией, нести людям пользу, да, это сложнее, но в долгосрочной перспективе это окупится. Конечно же, проще пилить всякие разоблачения. Вот эти вот разоблачения, это поступок слабых. Они понимают, что по-другому они со мной конкурировать не могут, плюс это легкий путь. И они занимаются херней. Но знаете, я им благодарен, потому что они все равно как-никак поднимают мне рейтинг и смотрят все меня. Спасибо вам, ребята. Итак, друзья, я на этом буду прощаться. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по обучению и заработку. Первая ссылка в описании. Чтобы сюда попасть, пишите в сообщение сообщества, прими в команду и отправляйте сообщение. Вторая ссылка в описании, ребята. Статистика моих сигналов из закрытой группы. Вот, смотрите. У нас были неудачные дни. Я показываю все как есть. Вот, смотрите, минус, минус, минус. 3 минуса было. Был неудачный день. Я ничего не подрисовываю. Я показываю реальную картину. Вот такое бывает. И вот после такого дня все неадекватные подписчики отсеялись. И это круто. Люди должны понимать реальную картину. И вот со мной останутся только вот реально истинные, которые все понимают, которые берут на себя ответственность, и с такими людьми мне очень приятно работать. Я просто удивляюсь тем трейдерам, которые там подрисовывают статистику, не показывают реальную картину. Ну да, это все работает, но в краткосрочной перспективе. Люди же это будут понимать и будут от вас уходить. Показывайте правду, показывайте все как есть, и люди тогда с вами останутся. Важно не количество, а качество аудитории. А вот мои конкуренты этого почему-то не хотят понимать и всеми возможными методами, там на вранье всяком, переманивают к себе людей и пытаются на них заработать. Ну, ребята, это в краткосрочной перспективе. Все на вашей совести. Так, о канале по торговле я рассказал. Подписывайтесь, третья ссылка в описании. Подписчики мне присылают видео, и я публикую их на этом канале. Подписывайтесь на канал по мотивации, четвертая ссылка в описании, здесь все мои мотивационные видео, здесь нет никакой торговли. Ну и конечно же подписывайтесь на мой основной канал, нас уже 145 тысяч, нажимайте подписаться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Огромное вам спасибо за поддержку, за понимание, за адекватность. Обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк, всем удачной торговли, пока!